На повестке заседания городской думы поправки в главный финансовый документ Самары. В резервный фонд городской администрации из бюджета перераспределили 37 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на противоэпидемические меры. Поставлена задача для города организовать работу обсерватора, и мы ее делаем для того, чтобы он в ближайшее время начал функционировать для приобретения первого и самого необходимого. Вот мы перевели деньги в резервный фонд администрации города. Все поручения, которые идут, конечно, от президента, от губернатора, и рекомендации и протокольные поручения оперативных штабов и области, и города исполняются неукоснительно. Мы работаем практически с коллегами в круглосуточном режиме, и главное внутригородских районов, районной администрации абсолютно все задействованы, чтобы максимально уменьшить вот последствия данной коронавирусной инфекции. Также на заседании Думы депутаты поддержали инициативу присвоить Самаре почетное звание «Город трудовой доблести». В годы войны именно Куйбышев стал запасной столицей страны. Сюда эвакуировали крупнейшие заводы. Для работы на предприятиях мобилизовали более 128 тысяч куйбышевцев. Ранее с предложением о присвоении Самаре звания вышли общественники. Городские власти идею поддержали. Что для города это даст, да, так вот, город доблести? Вот. В первую очередь это даст для людей, вот, как исторической памяти. Вот. Для будущих поколений, да, так сказать, чтобы сохранить лучшие традиции. Теперь Дума направит письма с ходатайством в адрес регионального правительства и губернской думы. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.